Очередное подорожание проезда. В скором времени ездить в трамвае и троллейбусе станет на 25% накладнее. Билет в электротранспорте будет стоить 15 рублей. Решение о повышении тарифов было поддержано сегодня на заседании комиссии по промышленности в Гордуме. По словам замглавы администрации Саратова по экономике Елены Ножичкиной, будет пересмотрена и ценовая политика на проездные билеты. 700 рублей обойдется горожанам месячный абонемент на один вид транспорта и 840 на два. Для студентов и пенсионеров 525 и 630 рублей соответственно.